Очередной отчет по даче. Идет стройка. Уже положили сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14 почти венцов. Такой вот домик получается. Вот тут купил материалов. Сколько? Дом 6 на 6 сам. Брус 150 на 150. Ну и крыльцо 2 на 6. Типа терраса. Вот так. Черновой пол уже закинули в комнату отдыха большую. Вот сейчас нахожусь внутри дома. Накидали черновой пол. Короче, все дерево, которое в доме есть, я обрабатываю антисептиком специальным, такой вот штукой под давлением. То есть все доски надо обработать, особенно пол. Он просто накидывается, я так понял. Вон, и доски сейчас обратно их закидаю, их тоже обработаю. Вот это комната, типа комнаты отдыха. Ну или кухня-зал будет. Там будет прихожая, здесь мойка, там парилка. Вот под окна уже прорезали. Тут крыльцо. Вон там еще бруса сколько. 13 свинцов сделали пока что. Их всего 17. Высота 2,40 будет. От чистового пола. Ну и крыша мансарда. Там 6 на 8 она. Жилая будет 32, по-моему, метра.